О развитии необходимой инфраструктуры говорили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Принципиально сегодня важно – это модернизация в определенной части существующей системы газоснабжения региона. В чем именно момент? Конечно, сегодня нехватка инфраструктуры отчасти. Она порождает сдерживание развития территорий, то есть муниципальных образований. И для нас это принципиально важно, потому что газораспределительные станции, они перегружены, естественно, те инвестиционные проекты, которые сегодня активно пытаются поселиться в нашем крае, естественно, это как развитие муниципальных образований, они не могут быть реализованы, потому что просто нехватка ресурса. И здесь газоснабжение для нас является таким флагманским направлением. То, что касается газоснабжения, без сомнения, мы видим сейчас интерес со стороны и инвесторов вкладываться в Краснодарский край, создавать новые инфраструктурные крупные объекты. И в соответствии с этими потребностями, конечно, мы уделяем большое внимание строительству магистральных газопроводов. Сегодня уровень газификации Краснодарского края почти что 90%. И самое главное – это понимание того, что мы с вами самым пристальным образом смотрим, как правильно расставить приоритеты на самое ближайшее будущее, на самую ближайшую перспективу. По словам Алексея Миллера, на юго-западе Краснодарского края до конца года дополнительно введут в эксплуатацию 106 километров линейной части газопровода. Кроме этого, на Кубани сейчас согласовывают новую генеральную схему газификации региона. В ней прописан алгоритм подключения всех муниципалитетов края, а также строительство газопроводов к инвестиционным площадкам вплоть до 2030 года.